Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Модницы, модницы, внимание! Я запускаю очень интересный формат, мне кажется, что он будет интересен многим, понравится многим. Есть такой портал zalando.it, это не что иное, как самый обычный магазин интернет-одежды. Я никак его не рекламирую, у них все хорошо, за рекламой ко мне они не обратятся. За рекламой обычно обращаются к блогерам, а те, кто хочет увеличить продажи, те, кто хочет продвинуть товар неизвестный, либо сомнительный, вот на самом деле. Хотя не всегда, конечно, так, но поверьте мне, мне приходит много писем. Нет, никак я с этим не связана с сайтом, но на этом сайте, как на самом деле и на многих, начинает появляться очень интересная вещь, а именно... Непосредственно покупательницы тех или иных вещей отсылают фотографии и их публикуют. Вот такую вещь я встречала уже на каких-то сайтах, но именно на Zalando я обратила внимание, возможно, потому что сейчас на все ты обращаешь внимание, находясь в карантине, и я обратила внимание на эти фотографии, потому что они совершенно без фотошопа. Они не пропущены через фильтры. На этих фотографиях совершенно точно реальные девушки. Почему я знаю? Потому что я знаю, я сама на Zalando покупаю, я знаю, как ты можешь, скажем так, свою фотогалерею завести. Соответственно, это все вещи, которые куплены ими за собственные деньги. Ну вот они любят показывать, как они хорошо и классно выглядят. Соответственно, они потом отправляют отзывы и отправляют создать вот такую фотогалерею из вещей, которые они сами же купили. Поэтому мы сможем посмотреть с вами на цены этих вещей, мы сможем посмотреть, как они компонуются. И этих девушек очень много, они все хорошо выглядят, но мое внимание привлекла одна. Вот эта героиня, именно ее образы сегодня мы и посмотрим. Ну что ж, простите мне, возможно, некую рандомность кадров, потому что это первое видео, которое я записываю. Обязательно я приноровлюсь, если этот формат будет популярен и интересен вам. Я приноровлюсь делать записи, синхрон, и чтобы все было красиво и понятно вам. Вот первый образ, он, кстати, не самый удачный, но каким-то образом, повторюсь, рандомно я именно на него попала. Могу сказать, что этот образ привлек мое внимание, я захотела вам его показать, потому что он построен на очень-очень простом факте, а на очень простом, точнее, принципе, о котором я тоже много раз вам рассказывала. Искренне призываю вам пользоваться этим правилом. Это правило не более 3 цветов в одном ансамбле. При этом аксессуары могут быть любого цвета. Здесь мы видим 2 цвета в одном ансамбле. Это бежевый, да нет, это не бежевый, это светло-светло-молочный и насыщенный коричневый-карамельный. Что мы здесь еще видим? Здесь также еще есть контрастность. Поэтому здесь два принципа. Принцип контрастности, когда низ светлее верха, либо наоборот. Ну и плюс это правило, девушка совершенно точно ему следует, и мы в ее образах увидим, она, я считаю, очень грамотно свои образы составляет. Эту героиню я выбрала первую как героиню своего видео, потому что мы очень похожи с ней одеваемся. У нее все образы очень похожи между собой, построены по одним и тем же принципам и характеристикам, которые, по всей видимости, ей очень нравятся, так же, как и мне. Я считаю, что я могу по-разному одеваться, в разной одежде я себя чувствую комфортно, но вот я предпочитаю какие-то особенные вот свои компоновки, которые многим могут показаться невзрачными. Вот так же она выглядит одинаково примерно на всех своих фото, на мой взгляд, и совершенно точно я вижу, что она следует интуитивно, либо осознанно всем этим правилам. Обувь здесь, которую мы видим, повторюсь, она могла бы быть любой, здесь могли бы быть яркие лодочки, здесь могли бы быть босоножки. По всей видимости, на улице холодно, на ней ботинки на шнуровке. Сейчас мы можем посмотреть цены этих вещей. Как вы видите, бюджетно можно одеться и выглядеть очень-очень хорошо, именно поэтому я хочу запустить такой формат. 29 евро стоит куртка, 94, кстати, не дешево, стоили 189 штаны, брюки, и 105 евро стоят ботинки на шнуровке. Эту фирму я не знаю, но мы сейчас увидим, что она будет часто именно в этих ботинках появляться. Следующий образ хочу вам показать, потому что он закомпонован по принципу красивого сочетания цветов. Помните, я говорила, достаем вещи, розовую футболку, розовый свитер, все что угодно. И вот так вот проводим этим розовым свитером по тому, что у нас висит в шкафу. И видим, наглядно видим, с чем этот розовый хорошо сочетается. Мы все знаем, розовый красиво сочетается и смотрится с голубым, с коричневым. Но есть коричневый и коричневый, есть розовый и розовый, есть разные подтоны. Лучше всего выбирать вкусные, красивые сочетания, как я люблю говорить. Кто, возможно, не знает, я еще и картины рисую. Не только стряпаю и пеку. Кстати, скоро я покажу вам, как я пальто обрезала. Я думаю, многим будет интересно. Кстати, есть на плейлист Handmade здесь на канале. Посмотрите, может быть, что-то на хендмейдите за время карантина.
Так вот, я хотела показать вам этот пример, как красивое сочетание цветов, а также, конечно же, ботфорты. Ботфорты итальянки очень и очень любят и часто носят. Куртка стоит 79, почти 80 евро, свитер стоит 26 евро, юбка стоит. Кстати, это девушка, это совершенно точно видно и прослеживается на том, что я на тех фотографиях, которые мы с вами увидим, она любит кожу. Причем кожу снизу, то есть брюки либо юбка. Это ее особенность, совершенно точно мы это увидим в дальнейшем. И сапоги и ботфорты стоят 93 евро, хорошая цена для ботфорт. И вот такая сумка. Посмотрите, какая сложная сумка. Многие бы могли сказать, что она китчевая. Это птицы летают. Китчевая. У нее под леопард, причем разного цвета. Не леопард, точнее змея. Фурнитура очень явная. Ручка черная, при этом контрастная. Но при этом я считаю, что в этом образе все смотрится очень-очень хорошо и очень гармонично. Что еще мы здесь давайте посмотрим. Ну что ж, я немного запуталась в своих видеозаписях. На самом деле, хотела-то я начать именно с этого образа, потому что, на мой взгляд, он очень красивый, очень гармоничный, его при этом легко повторить. И это пальто мы увидим потом в дальнейшем на другой героине. В дальнейшем это в другом видео, если это видео будет просматриваться. А мы здесь видим пальто светлое, черную базу. Что это такое? Это правило контрастности. Посмотрите, как красиво смотрится. Снова мы видим небольшое количество цветов, которые используются в образе. Пальто стоит, записывала видео про маску, вот именно она пошуршала. Пальто стоит 54 евро, более чем приемлемая цена для пальто. Пальто в легкую-легкую полоску. Не каждая решится такое пальто надеть, но, повторюсь, именно это пальто, по всей видимости, модницы полюбили, потому что потом мы увидим его также на другом образе, на другой девушке. Снова обувь, которую мы уже видели, простые черные брюки. В общем-то, все достаточно понятно и просто. Следующий образ тоже очень красивый, тоже с этим же самым пальто. Но посмотрите, здесь как раз-таки очень явно прослеживается не более трех цветов в одном ансамбле. Мы видим здесь белую водолазку, мы видим черную юбку. И опять же у нас имеется правило контрастности. Плюс сверху светлое пальто. Здесь также правило сочетания цветов, которые всегда выигрышны. В данном случае это бежевый, белый и черный. Это всегда беспроигрышное сочетание, которое красиво само по себе. Даже если фасончик, что называется, не очень ваш, не идет, просто за счет сочетания вот этих цветов, красивого сочетания, всегда выигрышного, любая из нас будет смотреться в нашем вот таком ансамбле. Белое, бежевое плюс черное очень-очень хорошо. Здесь все тоже очень просто, все читаемо. Здесь кожаная юбка, либо из кожзама. Девушка, повторюсь, очень любит кожаный низ, ботинки на шнуровке, мы их уже видели, другая сумка. Девушка предпочитает, по всей видимости, вот такие сумки такого фасона, потому что мы их увидим еще раз. Давайте еще раз посмотрим. Но, на мой взгляд, все очень и очень не очень, как я люблю говорить, красиво. Следующий образ хочу вам показать прежде всего, потому что здесь мы снова видим юбку из кожзама, но это другая юбка. И это к вопросу о том, что когда нам что-то нравится, что-то идет, мы в этом себя чувствуем комфортно и классно, то, возможно, это как раз-таки тот случай, когда стоит поселить в своем гардеробе вещи-клоны. Я люблю вещи-клоны, именно поэтому я девушку это выбрала, я очень много увидела с ней общего. Сумка снова форма такая же, которую мы уже видели, немножко поменьше модель, те же самые ботинки, возможно, даже тот же самый свитер. Давайте посмотрим на цены. Жакет недешев, возможно, он из натуральной шерсти, но, тем не менее, все остальное более чем бюджетно. Давайте посмотрим другой образ, я помню даже, какой он будет очень и очень красивый, как я люблю говорить. Девушка, на мой взгляд, здесь немножко отходит от своего стандартного силуэтного, скажем так, образа. До этого мы видели ее всегда узко снизу, что называется, за счет обнаженных ног, либо за счет более узких брюк. Здесь же она широкие брюки использует, пальто. И что мы здесь видим? Снова не более трех цветов в одном ансамбле. При этом может показаться, что цветов больше, но я вас уверяю, что если мы посмотрим вблизи на пальто, то мы увидим, что, скорее всего, бежевый повторяется, бежевый цвет брюк повторяется в бежевой клетке. Все очень-очень красиво. Меня здесь заинтересовало сочетание ремня по цвету с обувью. Это всегда красиво. Девушка достаточно смела, она взяла черную сумку. И вот черная сумка у меня вызывает, по крайней мере, на этом фото, некоторые вопросы. Но, скорее всего, имеется черный элемент клетки. Поэтому весь образ смотрится гармонично. Если бы черного элемента не было, черная сумка совершенно точно выбивалась бы. Но, повторюсь, все эти образы, все эти фотографии я вам как
ну не мастер фотошопа, но все-таки человек, который работает с фотографиями, с видео, я могу совершенно точно сказать, что здесь никаких нет фильтров и здесь нет никаких, никакого фотошопа. Поэтому черная сумка смотрится хорошо здесь, скорее всего, потому что есть элемент на черной клетке, просто какая-то черная полоска, черный элемент имеется. Что мы видим дальше? Дальше тоже очень-очень красивый образ, который загружается. На мой взгляд, это один из лучших ее образов. Это узкие достаточно брюки, точнее зауженные к низу, укороченные, та же самая обувь, нет, обувь другая. И опять же мы видим красивое сочетание цветов. Это насыщенный бежевый, насыщенный кэмел, белый и черный. Это прямо-таки то, что всегда смотрится выигрышно само по себе. Даже когда мы еще не надели, положили на кровать, думаем надеть, не надеть, это уже будет смотреться хорошо. Свитер 126 евро, достаточно дорогой свитер, джинсы достаточно бюджетные, 50 евро, да, обувь другая, обувь не на шнуровке, ботильоны на невысоком каблуке, посмотрите снова какая сумка, девушка явно предпочитает рептилии, любит, не боится иметь яркий аксессуар, фактурный аксессуар, это то, что я рекомендую всем, при том, что сумки я не очень люблю, я люблю фактуру именно на обуви, девушка здесь предпочитает совершенно точно фактуру в руках, что называется, это тоже смотрится, как правило, очень-очень эффектно. Дальше одни из самых моих любимых образов. Возможно, с них и стоило начать, но повторюсь, когда я буду записывать в следующий раз подобные видео, я научусь делать видеоряд более удачным. Все очень красиво, что мы здесь видим. Мы здесь видим контрастность, потрясающую контрастность в образе. Мы здесь видим снова три цвета. Это темно-коричневый шоколадный цвет свитера. Это кожаные брюки, я уже говорила. Да, кожа любит. Кожу любит эта девушка, причем кожу внизу. Это совершенно точно характеристика ее стиля. Вот если мы посмотрим на ее гардероб, который, возможно, не куплен на этом портале, а другой, мы увидим очень много вещей, которые мы уже с вами увидели. Но, опять же, та же самая обувь. Все очень-очень красиво. Пальто стоит 107 евро, более чем подходящая цена. Очень красивый свитер. Я вот люблю такие свитеры, как шарик. То есть достаточно круглые и чуть-чуть на резинке снизу. Очень красиво такие свитера смотрятся с юбками, с брюками. Их можно заправлять, можно не заправлять. У меня красный такой свитер, многие могли заметить. Кожаные брюки Topshop. Могу сказать совершенно точно, что девушка любит фирму Topshop. Та же самая обувь, та же самая сумка. Но на самом деле мои комплименты. Вещи практически все те же самые, либо однотипные, но прекрасные, прекрасные компоновки. Ну и еще один образ тоже, на мой взгляд, очень красивый, его очень легко повторить. Он сделан на базе контрастности, но он сделан на базе белых брюк. Я рассказывала во время стрит-стайла, когда была возможность его снимать, что как раз-таки для меня открытием сезона этого были белые брюки. Брюки в основном как раз-таки из плотного денима, либо вельвета, прекрасно подходят, как оказалось, к зиме. Вот если бы я не снимала свой стрит-стайл, мне кажется, я бы это открытие и не сделала. Это вот одно из моих личностных наблюдений. Белые брюки, коричневое пальто, черная водолазка. Давайте посмотрим, не ошиблась ли я с цветом водолазки. Да, черная водолазка, здесь, правда, другие джинсы почему-то даны, такое бывает иногда, замена товара на подобный, когда, допустим, товар уже снят с продажи, такое случается, но, тем не менее, мы видим, что это все-таки другие брюки, обувь, которую мы тоже уже видели, сумка, которую мы уже видели, ну что ж, все прекрасно. И последний образ хочу вам показать, здесь снова кожаные штаны, здесь очень характерный топ, он не всем подойдет, но, тем не менее, при всей, скажем так, образ, вот если мы отдельно на вещи посмотрим, на эти брюки и на эту блузку, мы скажем, ну как-то все очень-очень too much. На ней все это смотрится прекрасно. За счет чего все это смотрится прекрасно? Ну просто за счет того, что действительно один цвет используется, за счет того, что девушка потрясающе владеет чувством своей фигуры, она знает, что ей идет, что ее украшает. Поэтому на ком-то такая блуза будет смотреться, как будто бы плечи очень большие, на ней смотрится все хорошо. То есть она просто знает, что она должна выбрать для себя, чтобы это смотрелось гармонично. Признаться, я бы на такие вещи глянула, я бы не просто их не подумала купить, я бы на них даже бы взгляд не остановила, в особенности на вот этих брюках, которые к низу еще, по всей видимости, чуть-чуть расклешенные. Но на ней все смотрится действительно прекрасно. Ну что ж, вот такая героиня у меня сегодня была. Дайте знать, если вам формат этого видео интересен, я сниму других героинь, с вами их обсудим, посмотрим, потому что другие героини одеты в другой, скажем так, стилистике, менее близкой мне, но тем не менее очень-очень красиво они все выглядят. И повторюсь, на мой взгляд, это снова пример того, как за небольшие деньги, не раздувая свой гардероб до каких-то невероятных размеров, можно выглядеть очень классно, стильно, чего я всем желаю. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.